Сезону мы готовились, начиная с окончания прошлого сезона. Летом были выполнены определенные земляные работы, произведена укладка кабелей уже в рамках подготовки к чемпионату и международным соревнованиям, которые пройдут у нас в следующем году. Также у нас подготовили систему искусственного снегообразования, вот видите, которая сейчас работает. В настоящий момент у нас работает три пушки, снежных вентиляторных пушки, и четыре ружья. Это дебит воды, который нам позволяет сразу одновременно включить. И мы частями так будем переходить, подсыпать все выше, выше, выше. Мы ждем естественного снега, потому что засыпать искусственным снегом все трассы – это очень колоссальный объем, и для этого очень много времени нужно. Но как погода позволяет, мы работаем, не останавливаясь. Конечно, наступает днем, если плюсовая температура, система останавливается, и мы ждем минусовых температур. Но будем надеяться, что упадет снег естественный, мы перемешаем его с искусственным и начнем тогда сезон.